Растяжка мышц задней поверхности бедра в положении лежа. Инструкция. Исходное положение. Лежа на спине. Поднимите одну ногу, поддерживая заднюю поверхность бедра руками. Растяжка. Сохраняйте ногу напряженной и медленно притягивайте ее к себе до тех пор, пока не почувствуете напряжение в задней поверхности бедра. Оставайтесь в этом положении, по крайней мере, 15 секунд. Завершение. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с другой ногой. Задействованные мышцы. Дыхание. Типичные ошибки. Выгибание спины дугой вверх. Поднятие лежащей на полу ноги. Сгибание ноги. P4 PCAM.